За последние сутки улицы города изменились до неузнаваемости. На этот раз сугробы заполонили не только тротуары, но и проезжую часть. С раннего утра движение транспорта было затруднено, что сказывалось и на настроении граждан, которые ждали свои автобусы сегодня заметно дольше обычного. Ну, конечно, трудновато. Не расчистили еще хорошо. А видели, чтобы снегоуборочные машины расчищали? Я видел пол второго ночью. Где именно? По Колдаяково. Автобус вермей таким. Пока пешком прошелся, заметно, что замело. А как автобусы ездят, не знаю. Я ехал на 11-м маршруте и застряли по дороге. Колесо просело. Очень замерзли, пока ждали следующий. Да, сегодня. Ну, минут 40 уже ждал. На какой? На ком ездили? На 40-м. А видели вообще, чтобы на улице убирали снег? Пока еще не видел. В компании-перевозчики ТО по ТП сообщили, что несмотря на метель, все 85 автобусов выехали на линию, но с опозданием, так как некоторые ломались и застревали по пути. Особенно это сказывалось на движении автобусов в поселке Орлеу, Акшат, Курайли, Раон и Беккул-Баба, где интервал достигал порядка 40 минут. Все автобусы выехали. Единственная у нас проблема по отставанию графика движения в связи с погодными условиями и выпадами обильными осадками. Единственное, есть у нас отставание от графика движения, да, были нарекания, конечно, но в текущей ситуации работа налажена. Примерно на сколько интервал? Интервал с опозданием в пределах 15-20 минут. Трудности передвижения почувствовали на себе также водители и экспедиторы компании, поставляющие продукцию в магазины. Опасаясь внезапной поломки транспорта и невыполнения нормы сегодняшнего графика, они пытались пешим ходом обходить несколько продуктовых магазинчиков в одном жилом секторе. Работа началась тяжело, скажу, потому что застряли сначала на базе, потом на склад приехали, на 41-ю, и там тоже замело. С одного магазина до другого доехать очень тяжело. Ну, бураны, вот эти снегопады, все мешается. Ну, кому жаловаться, никому. Как думаете, успеете вовремя все доставить сегодня? Сегодня я не успею, наверное, потому что у меня около 50 магазинов. Затяжная снежная буря, несомненно, принесла массу хлопот движению всех видов транспорта. Хотя и 7 подрядчиков городского отдела ЖКХ начали уборку улиц, большие горы снега собраны вдоль тротуаров и парковочных мест, тем самым загораждая проезд. Но дворники вручную борются с последствиями метели на тротуарах и автобусных остановках, чтобы пешеходы могли свободно передвигаться, не увязывая в сугробах. Тамирис Жумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт».